Так, ребят, давайте начнем ваши разрывные вещи. Как раз сегодня 6 часов, чуть опоздал, это не важно по времени. Я уже запишу, я стрим не буду делать, конечно. Может, проще так, запишу само видео и все покажу. Каждый один. Один победитель, один не победитель. Повторяющий не будет, как в прошлый раз. Просто я был так щедр. Каждому одному чувачку по 3 приза. Ну, сейчас каждого из вас по одному призу получит. Начиная с 10 места, я все сделал. Это сейчас будет писать. Ваши ники будете добавлять сами. Сейчас все. Так, все это. У вас должно быть на первом месте. Это репост, чтобы я вас не искал больше всего. Ну, давай начнем. С 1 числа. Это у нас будет то. Ну, начинаем. 10 место начинаем. Выбор победителя. Дима. Сейчас, подожди-ка. Дима Богданов. Давай открыть новые вкладки. Вот. Вот ты. Обязательно. Все правильно. Ключики. Ну, отлично. Первое место. Вот. Репост. Репост сделал. Правильный лайк. Угу. 10 место занимает. Я там скопирую. Все вам покажу. Сами будет добавляться. И кидайте сами трейд офер. Свои сайты, ссылки, чтобы вас не искал, сами добавил. Первый есть. По нику вы сами найдете. Ваш ID, кто вы победитель. Следующий. 9. Лейтенант Кусака. Это я могу закрыть. Все правильно, я тогда проверять даже не могу. Дружище, все. Следующий победитель. Попа Корнагин. Тут просто английскую не бью как-то писать. А, Ксерошкина. 3. Если далеко уйдет, я... Знаешь, как бы он был первый, просто как бы... Скоро уже идет. Сейчас пишу ему. Так, ну... Так. А, давайте без этого. Успеешь. А, подожди, что я записываю. Так, так, так. Ну, ладно. Если недалеко, я могу простить просто. Просто если что, где-то в жопе, извините меня. Но это я там уже не буду сказать. Ну, как попадение по первому. В первом месте, но как Сережки, ну это... Мы к Сережке тоже занимаемся этим. Ну я речь, просто я думаю, надо речь почаще. Ладно. Только странно, что поделиться. Ну-ка, давай проверим. Если ты внизу. Интересная страница. Иван Ордовицкий. А, ну, а знаешь, как делаем? Найдем человечка вот этого. Так, не здесь. Откроем еще раз. Список участников. Поиск участников. Это у меня который под. Да. Если найду. А, может не так копирую. По имени я могу ошибаться. Вова. Я могу вот так. Поиск. В этой группе найти. Да, все значит, все нормально. Просто для проверки надо было. Это получает 9 место. Подожди. Так. 9. Ладно, про это будем прощать его. Да, потом. Я знаю, что ты хочешь узнать. Следующий. Next. Георгий Колганов. На всякий случай будут проверять. Надо покрывать каждую ссылочку. Так. О, первое место. Ну-ка. Не, просто все нормально просто. Ну, потому что не показывается, не знаю. Мне не показывается, когда смотришь свою группу.
Ну, можно для вас для страховки вот так делать. Можно обязательно делать участники. Да? Ну, все нормально. Я не знаю, почему не показывают в этой группе. Этот получает 7-е место. Так. Я не буду ники, просто я ваш ID написки, но мне больше всего не надо. По имени сами найдете. Так, 7-е. 7-е. Так, это могу закрыть. Вы победите, давай, next. А, это такой, да? А я Саю Бай. Неважно как. Ну извините, как я могу прочитать через дом, как река. Три. Как вот у нас такие профили. А не репосты. Не, я за репост не обижаюсь. Если надо такие серьезные, понятно, чтобы засорять, я по-другому раздавать надо. Ну, карта недалеко, хоть радует. Давай гляну этого. Просто до всяких случаев. Будет каждый раз проверить. Может не кажется? Оно пропустил, но я просто, может, видео. Поиск. В рупиде состоит. Значит, пролетает. Извини меня, дружище. Просто вернуться в группе, просто. Я тут участники смотрю. Поиск по участникам. Его ник нету. Ну, возьмите, проверите сами. В группе он не состоит. Зато добавил. Ну, извини меня, ты пролетаешь. Underfined. Что за такие у вас чудные... А, почему мне так пишется? Не понял. А так тут должно быть? И такие аккаунты не надо. Чтобы они... Не. Это сразу пролетает. Тут осмотреть нечего. Я просто не могу... Без аватарки одно и то же, либо дает другое, это не мое дело. О, Данил Кореев. Давай глянем на тебя. Данил Кореев. Далеко? Далеко? Не, далеко, далеко нельзя. Ну, конечно, как бы даже на первый, но я и не буду так серьезно относиться. Просто чтобы далеко вас не было. Так. Давай тебя. Может. Вот так, наверное, да. Просто если там не прочекал его. Так, осталось 7, да? А с семерочка. Так, где у нас? Вот участники. Вот каждый раз вас искать. Да, правильно. Этот может получить приз от меня. Так. Старикашка. Ну, тут не важно, сами можете глянуть свои, если когда получите вещи. Дело стиляга. Так, это у нас последующее. Данил, поздравляю. Ну, короче, поздравляю всех, кто получает призы. Я никогда не выигрываю. Хоть пытаюсь участвовать, ничего не получается. Я и не парюсь. Илья Мастаков. Мастаков или Мастаков? Могу ошибиться. Давай-ка. Илья Мастаков. Так. Да, есть. Ты на первом. Ну, правильно. Так. Ну, тут без проблем получаешь вещь. Так. Деловой стиляга. Следующий. Next! И пойдем дальше. Так. Алексей Долгий. Где-то я уже видал. Да, может я видал уже. На первом месте. Ну и какие. Как капка, стенка.
Па-па-па. Ну, сегодня нет, без проблем. Получается. Так. Получаешь там что? А, типа. Бакенбарды, вот эти, которые я крафтил, у меня есть стринжовые. Птичья клетка, которая была вызываема. Просто у меня. Говорю, есть вещь, получается, что я получу, разыгрываю только там. Вот такую. Пам-парам. Не, хоть далеко не ушел. Знаешь, если далеко уйдет, то уже. Тут уже мы уже. Ну, на пер, да, это обязательно хотя бы. На пер, что он стоит. Кис. Наушники. Да? А толку, кстати, на наушников, три ключа. Даже уже два ключа. Ну, что можно купить, а не ждать, когда ты его получишь. Это точнее. О, пол. Ну, это я уж могу проверить. А у меня уже все стоит, потому что я его уже в прошлый раз вырвал у меня. Ну да, все правильно. О, а, Максут. Максут. У вас какие-то два одинаковых. Точнее, это он. Ладно, ладно. Иди. Получаешь там третье место, да? А, птичью клеточку. Четвертое место. Теперь сейчас. Следующий. Ну, ладно, пусть так, а то. Неудобно, конечно, выдается. Был Евгений Татаринов. Давай тебя глянем. А, у нас. Значит, за глазки такие. Рон, хватит уже. Далеко. Это уже называется далеко. Далеко уже. Потому что очень далеко. Ну, извини, когда далеко. Я. Если вот раз, два, три прокрутил, где-то здесь должно быть. А когда кручу еще дальше, ну то уж извини, это пролетаешь. Ну, извини, дружище, это. Ты далеко убежал от репоста. Next, Вовка Степанков. Степанков, ну. Давай тебя. Когда с него победил. 3, 4, 5, 6, 7. Далеко. Но тоже. И где. Я что, буду сейчас искать при этом наличие? Ну да, говорю, далеко. Видите, где-то далеко. Максим Васильцев. Ну, а тебя? Это другой. О, как раз первое место. Да, далеко не надо искать. А, не забывайте закреплять. Там есть под этой. Нажимайте цифру, там закрепить. Там все просто. Так, хотел его поискать. Он есть вместе. Получаешь там карбонатовую лечебную пушку, которая упала с эксперта. Один раз тур хожу. Ну, теперь третье место он занял. Теперь начинаем со второго места. Два пасти, которые сам скрафтил. Мне деталей много. Может, я вам хожу, сколько. Получаю хороших профы. Ну, профы это потом в следующий раз. Может, надумай. Как дроп пойдет. А то дроп сейчас смотрю. Не очень. Сегодня золото убил, кровопийцу. Да. В 15-м туре. Наверное, может, первое золото на первой карте. Ну, конечно, не удивительно. Я сейчас. Как дроп сам зависит от него. Так, это сюда. Андрей Мельник. Это другой. Просто уже. О! Так, Андрей Мельник. Это другой, просто я смотрю, тут по-другому. Так. Да. На месте. Поздравляю. Всех поздравляю, кто участвовал. Поздравляю, кто получил от меня призы. Так. Вот он. И первое место. Да. Вот так. Будем глядеть. О! Андрей! Таченко, который мне посадил. Ой, тебе повезло, я тебе даже проверю. Вот тебе от меня получил первое место. Как ты знал?
Сейчас. Я знаю, что ты в группе не. Потому что я. Да, да, да. Получаешь от меня первое место. Поздравляю тебе. Отлично. Газировщик от меня получил. Ну, поздравляем. Поздравляйте его. Он как-то написал все. Ладно, если что, намудрю. Будет до следующего. А видео я не знаю. Я, может, что дальше сделаю. Но если. Не знаю, давайте сделать такое голосование. Может, я придумал какое-то голосование. Мне все игры комментировать? Или некоторые не надо? Просто здесь посмотрим, чтобы понять. Просто понятно, я думаю, это прохождение. Если хотите новые игры, надо подождать. Еще. Я пытался установить Watch Dogs, ну, установил, но вот то, что моя видеокарта не поддерживает его. А игра со скидкой купил. Ну, видишь, как беда. Не поиграешь в хорошую игрушку, как... это вот тянет, то, конечно, там есть такие стромизания. Ну ладно, это не суть важен. Ну что, вступайте в группу, подписывайтесь на канал на мой YouTube, там все будет. И до следующего, ну не знаю, может раз придумаю, что это зависит от дропа ИВМа. Как повезет. Давайте. Удачки вам. Получить от меня призы. У вас есть 24 часа. Да, вот. Получить приз, да, успеете до 6 часов. О, на следующий день. Все. Давайте.